Как пройти, дорогие друзья? Вот справа счетная палата. 15 марта 2013 года. Московское время. Около 22 часов, как я вам точно скажу, дорогие друзья. Да, 22:05. Вот такое состояние дорожной части. Ну вот как вот нормальному гражданину вот здесь поступать? Здесь полметра где-то воды. Можно попытаться обойти справа, что мы уже, конечно, и делаем неоднократно. Но вы видите состояние дорог. Что делать, спросите вы? Летать! Летать, как птицы! Или ходить по воде, аки посуху! Что же еще делать-то, дорогие друзья? И вот уже правый ботинок полностью набрался воды. Вот такая же детская ситуация. Кто-нибудь сталкивался из вас с подобной ситуацией? Я уверен, что большинство, дорогие друзья, если верить статистике, всего лишь 3% живут хорошо. Все остальные, ну, сталкивались с этой вот ерундой. Счетная палата, как всегда, 15 марта 2013 года. Мы привлекаем общественное внимание. И создаем информационные поводы событиям, которые не могут оставить равнодушными любого здравомыслящего человека. И на площадке Русского Народного Православного Собора будут осуждаться темы, которые никто никогда в жизни не подумал, что возможно их поднимать на религиозной площадке. Будет речь вестись о науке, о фундаментальной науке с выходом на практические технологии, что позволяет перейти в новую экономическую формацию. Это мировая сенсация, дорогие друзья. И нам нужно подготовиться к конференции. Конференция должна быть мультимедийная. Предложенное место проведения — это центр управления полетом. Это звездный городок по Щелковскому шоссе. Недалеко аэропорт Чкаловский, который может принимать бизнес-рейсы. В случае, если пожелает кто-то очень задорого посетить это мероприятие. Но нам главное — организовать скоростной интернет-поток. Нужна прямая трансляция. Дорогие друзья, давайте проверим, какая связь в звездном городке. Есть ли там 4G. И предложить два варианта. Один вариант. Бизнесмены могут принять спонсорское участие и арендовать коммерческие средства. Передвижная спутниковая станция, установки Wi-Fi в помещении и так далее. Либо Министерство обороны может проявить креативный ход, объявить учение и накрыть весь звездный городок высокоскоростным, бесплатным для всех Wi-Fi. Чем большее количество видеокамер с прямым потоком будет работать в момент проведения конференции 12 апреля 2013 года, в День космонавтики, тем больше будет вероятность, что большее количество зрителей и пользователей смогут ознакомиться с той информацией, которая прозвучит с этой площадки. Знаковость этой площадки определяется тем, что, несмотря на то, что по статусу патриарх не должен присутствовать на этом мероприятии, данное мероприятие действует и реализуется в предварительных переговорах. Интересно было бы услышать выступление тех или иных ученых. Было сказано «да». И пометую, что господин Ацуковский у нас атеист, я задал вопрос, можно ли там будут люди, воинствующие атеисты, я бы сказал даже так. А говорит, да, конечно, мы как раз и хотим услышать именно такой диалог. Существует проблема доставки ученых. Ученые в возрасте. Поэтому как мы будем двигаться? Все прибудут туда, кто-то опоздает, кто-то не сможет, кому-то сложно. Автобусами будем транспортироваться от Даниловской.
Но опять по 40 человек только в автобусе там возможно. Либо за каждым из выступающих, за каждым из ученых послать лимузин. В этом лимузине оператор с интернетом в прямым, с записью на сервер. Одновременно по городу будет двигаться до 10, допустим, автомобилей, где будет писаться интервью, прямой эфир с тем или иным ученым, который едет на доклад. Потому что знаковость доклада, что материалы будут положены первым лицам государства. Вот о чем речь, дорогие друзья. Остается очень мало времени. Сегодня 15 марта. Мероприятие проходит 12 марта. У нас буквально считанные дни, чтобы определиться, какое количество желающих хочет посмотреть данное мероприятие. Количество проголосовавших за этих роликов позволяет мне прийти к инвестору и сказать: парень, у меня хорошая аудитория, заказывай лимузины, оплачивай спутниковую станцию, и мы работаем по полной. Зрители нас ждут. Возможно, это будет ВТБ. Суть проекта заключается в том, что согласно бюрократической процедуре реализоваться этот проект не может никаким образом. И только непосредственно личное участие и принятие под контроль первым лицом государства этот проект может быть реализован. Мобильный репортер Ярослав Старухин, специально для телеканала «Вести».